Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS, и мы, блин, все еще продолжаем прохождение Far Cry 5. Надеюсь, вы помните, что в предыдущей серии у нас, блин, прям какой-то Mad Max был. Да успокойся ты, играй, если хочешь. Прям какой-то Mad Max был. Мы освободили две машины, грубо говоря, от сектантов гребаных. И это, блин, было довольно круто. Особенно мне понравился вдоводел вот этой вот отца вот этой дамы, который умеет и стрелять, и, блин, таранить. Неплохо вообще, хорошая машина. Так, а чем мы будем заниматься сегодня? Фиг его знает. Вернее, в этой серии. Я-то записываю уже третью подряд. Так, тюрьма округа Хоуп. Это вообще где? Это сюда, да? Это регион Веры. Рановасто будет туда ехать, рановасто. Уэндал Редлер. Можно попробовать выполнить рай и сыновья. В принципе, да, давайте сделаем рай и сыновья. Почему бы и нет? Хорошее задание. Да, помощь всем нужна. Спасибо, что спас. Угу. Так, есть что продать? Нет. Боеприпасы, ну, вроде нормально. Сраных сектантов. Да. Так, а с отцом мы не можем пока поговорить, святым. Ну и ладно. Так, ну, возьмем, я не знаю даже, что взять. Мне надо что-то побыстрее. Что-то побыстрее и поинтереснее. Ну и с пулеметами, само собой. Так, мастерская. Где там наша пушка? Ой, пушка, тачка. Ну вот, возьмем, наверное, это. Тут вроде как ничего такого. Поехали. Чего, блин? А, стоп. Вот это хочу. Да, жажду смерти. Ну, поехали. Что-то, по-моему, сейчас приедем, мне кажется. Давайте-ка с самолетом разберемся, раз такое дело. Раз он тут уже решил летать, он за кем-то пытается гнаться. Сейчас он на нас будет заходить, и мы его тут немножечко покошмарим. Давай, летай оттуда. Летай отседа. Давай, заходи на меня. Подлечу с другой позиции. Прям в дом. Минус самолет сектантов, это всегда хорошо. Поехали. Блин, что с ФПСом, друзья? Реально не понимаю. Так, во-первых, музыку выключим нахрен. Странная фигня. Так, блин, тут сектанты воюют, ладно. Тихо, это свой был. Помощник. Тормози! Леон и его мордовороты выкачали все наше топливо. Так. Пригони пару их бензовозов в Full Send, пока не стало совсем худо. Где же я вам их возьму? Так, стопэ. Меня блажью, что ли, стреляют? Ладно, давайте. Куда ехать, что делать? Не совсем понимаю. Давайте вот этого мочканем. Нихера ему там стоять. У нас беда. ИДМщики выехали на Богословие. Так они называют свое чудище. Это ж сраный танк. Они хотят вернуть контроль над дорогами. Так. Наш патруль попадет под этот каток. Им нужна помощь. Ага. Торопись. Хорошо. Во. Да. Вот это мне нравится. Воу. Богослов. Ну, блин, это походу... Блин, Mad Max продолжается, мать его. Для этих целей, возможно, бы даже и вдоводел подошел. Конечно, мы и с этой фиговиной справимся, но что-то мне мало верится. Радует, что она ездит хорошо по
пересеченной местности. О, да, там, блин, жопа. Совсем жопа. Так, быстренько с этими разберемся. Узнайте, кто это сделал. Ну ты глупый, что ли? Едь уже, ну. Так, это бензовоз, мне это неинтересно. Да едет. Не мешай, твою мать. Я пытаюсь. Помоги! Нельзя же их бросить! Чертов грузовик врезался в наш блокпост. Разнес все к чертовой матери. Спасибо. Этот кошмар на колесах проехал прямо по нам. Проверь другие посты на дороге. Угу. Лучше бросил меня здесь. Да, конечно. Так, а далеко ли мне ехать? Куда? Эй. Так, стоп, а где мой джип-то? Вы что, хрени? А. Я уж думал, блин, кто-то его под себя подмял. Да ты, твою мать, ну что ж ты, блин? Как же ты ездишь-то? Это, блин, вертушку надо брать, короче. Какую-то вертушку со стволами, тогда, возможно, получится нормально с этим разобраться. Вот, кстати, вертушка стоит. Боже, боже! Готовься! Готов. Откуда едет? Ну же, мы сможем. Любой ценой, не пропускайте его. Его не остановить! Что нам делать? Что делать? Вот твою мать, что делать, блин. Ты, конечно, не ту минку бросил. Ага, ему насрать вообще на это дерьмо. Из чего мне его, интересно, прикажете валить, блин? А вот, кстати, о, блин, вертолет с пушками. Сейчас попробуем. Давай, мать его. И ракеты есть. Есть же ракеты? Или не? А, это тепловые ловушки? Ага, все понял. Ну чё, Богослов, как там твои дела вообще? А, так я его почти завалил на самом-то деле. Готово. Господи, мне взрыв отсюда было слышно. До сих пор не верится. Ибо нехрен. На дорогах снова безопасно. Так, замечательно. Помощник, блин, мы все тебе по гроб жизни обязаны. Да. Знаю, дач тебя совсем загонял, но ты заходи. Зайду. Неплохо, кстати, на вертолете гонять. Воздушный волк, мать его. Вроде свои. Только искупив грехи, можно познать слово отца. Нельзя очиститься от грехов, не признав их. Без этого не открыть сердце. Ты опять меня захочешь к себе вести, да? Да иди ты нахер. Вы все откроете свои сердца слову отца. Вы все скажете да. Ну что, метку очередную, да, дашь? Или нет?
Походу нет. Так, давайте глянем карту. Что я там хотел сделать? Вот это задание хотел сделать, да? Вообще по основным, что у нас там? Новых никаких нету. Вот разве что вот это. По газам. Так, ну и хоть один где-то есть бензовоз. Походу их надо искать на дороге. Сейчас мы поставим где-то метку вот здесь, чтобы не особо теряться. Ну и заодно испытания всякие можно попроходить на вертолете. Типа убийство с воздуха и прочее дело. Кто стрелял? Не понимаю, зачем стрелять в вертолет. Просто не понимаю. Что, серьезно, что ли? Ты вот ко мне приехал на тракторе, чтобы, блин, убить меня? Так, мне нужно гребаные бензовозы искать. Вот что мне надо. Два штучки мне надо их доставить. Где же бы мне их взять, а? На карте они не отмечаются никак. Их надо тупо искать. Даже не знаю. Можно попробовать куда-нибудь просто... Так, это что? Конвой. Ну, с конвоем мы как-нибудь потом разберемся. Можно вот с этим разобраться, с конвоем. Может быть, там где-то и бензовоз будет. Охренели, что ли, блин? Тан-та-та-та-тан-та-та-та-тан-та-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. Говорю, воздушный волк. Интересно, кто из вас вот смотрел реально этот сериал? Он довольно старый, он очень старый. Охренели, блин. А вы как? Как дела? Что с лицом, хлопцы? Чтобы неповадно было ездить на этих машинах. О, медведя за кем-то гоняется. Эй, воу-воу-воу-воу. Что было? Так, это свои тут? Вроде свои, да? Тут вроде свои. Все, что ли? О, силосная башня, замечательно. Уже практически почти, вот уже скоро у нас будет серия. Не знаю, зачем я этот вертолет поливаю. Там явно были сектанты, мне так кажется. Эх, не успел спасти. Где же эти, блин, бензовозы ездят, когда они нужны? О! Ха-ха. Может, давайте это задание пройдем? Ну или ладно. Короче, как-нибудь в какой-то серии мы это сделаем. Это довольно забавное задание. Отсылка не помню на что. Ну, короче, типа телепортация во времени. Что-то такое. Там пушку дадут. Какую-то уникальную, типа. Ну, это вот нам орёт, короче. Да-да-да, как-нибудь потом.
короче, занимаемся тем, что спасаем жителей. Да-да-да. Ладно, фиг бы с ним, с этими бензовозами. По ходу дела, это мы долго будем заниматься этой фигней. Если увижу бензовоз, ну, по-любому же увижу, вот как вот сейчас, вот обязательно он будет. Как не нужно, так он по-любому появится. Алло, алло. Не край. Давайте Нику поможем. Спасибо за помощь и все такое. Воу, что это было, мать твою? О, ни хрена вас тут. Хлопцы подъехали, гля. Нахер идешь? Братиш? Серьезно? Не кричи, блин. Я тут круто влип. А я не против, если твой сейф ломану? Самолет угнали, все в говне. Деньги. Деньги — это хорошо. Так, ну что, говорить ладно, будем, не? Слушай, ловушка. Мы в сраной ловушке. Так. Клянусь богом, я прикончу ублюдка Иоанна. Видел, сектанты забрали мой самолет. Он нужен мне. Без него отсюда не выбраться. Я бы сам пошел, но у меня жена на сносях, рожать вот-вот, и я не знаю, что мне делать. В смысле, без самолета нам крышка. Прошу, мне... Нам нужна твоя помощь. Вот тебе вертолет. Как ты на это смотришь? Я что-то расчувствовался. Меня зовут Ник, кстати. Слушай, самолет должны были забрать на ранчо Иоанна. Там находится единственный подходящий аэродром. Знаю, что многого прошу, но я в отчаянии. Допустим. Доберитесь до ранчо Иоанна, окей. А куда лететь-то? Далеко? А, сюда. Хорошо. Сейчас мы им там немножко устроим. Ну, сегодня вот такая полетная серия. Блин, все-таки вот, кто бы что ни говорил, а Far Cry 5 одна из, ну, вернее, мне кажется, она самая красивая. Вот по графике очень круто все сделано. Вау-вау-вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо-тихо. Мне еще вертушка это пригодится, возможно. Так, аванпост сектанта мы определенно освободим. Думаю, разберемся. Можно сохраниться? Нет. Слишком поздно. Главное убрать долбанные... долбанные сигнализаторы, как бы их еще назвать. Так, все, сигнализатор. А, еще один есть, зараза. Тут дело в том, что можно прикольно, короче, все это проходить на стропах вот этих там. С тихую, вообще не шумя при том. Красивые убийства делать, подрывать там. Я... находил где-то видос на ютубе чувака, который это делал. Ну, блин, это просто шикарно. Да
Да хорош. Вроде все убрал эти оповещалки. Ну привстань, ну, братан. Не хочешь, как хочешь. Так, вот он самолет. Хорошо. Да дохни уже, ну. Хорош. Где еще? Блин, определенно нравится мне с этой пушкой. О, хорошо. Отличное, отличное завершение вылазки. Так, замечательно. Деньги получены. Гонщик. Так, что мы тут имеем? Аркадный автомат имеем. Так, записка сектанта. Мне они не интересны, честно говоря, эти записки сектантов. Ты лишил меня дома на радость своему сопротивлению. В принципе, да. Если бы стены могли говорить, точнее, кричать. В общем, знай, рано или поздно я верну его. Угу. Вернешь, вернешь. Коллекционер оружия надо открывать. Метки еще не дают, вроде как нет. Так, а что мне там надо для того, чтобы открыть коллекционер оружия? Бумер. Угу. Командиров надо убить. Ну или за одного. А у меня пока нет командиров. Понятно. Странно как-то даже. Что рассказывают? Спасибо тебе за фолс. Короче, понятно, там бред какой-то сектантский. Так, самолет, собственно. Зачем мы здесь все собрались сегодня? Продадим всякое. Вот, блин, очень хочу себе двухствольный дробовик взять. Но пока на меня, у меня на него денег не хватает. Так, ну что, поехали. Тут еще бомбы метать можно, жесть. Так, полоса у нас туда, да? Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Ну, поехали. Тебе надо скрыться, так что лети на север. Чё-то примерно в таком плане я и ожидал. Я же замолчал, такой думаю, о, сейчас как взорву, блин. Скрылся, блин. Так, поехали. Только теперь надо все-таки уничтожить эту силосную башню. Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Тебе надо скрыться, так что лети на север. Отлично. Все, поехали. Блин, на самолетах я, конечно, летать в Far Cry вообще не умею. Я пытался. Это не мое. Птичку, иначе нам не выкарабкаться из этого дерьма. Только
проведем пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Можно бомбу туда метнуть, в принципе. Так, отлично. Во-во-во-во, полегче. Держи ровно. Теперь ложись на левое крыло. Только аккуратно. Иногда заедает. Ну, не совсем сложно. Если бы что-то было не так, ты бы уже сделал бочку. Ну да. Видимо, кто-то в секте таки шарит в самолетах. Бочку, говоришь? Это я могу. Держись ниже. Ну ладно. Стоит у меня тут контроллер, собственно, палка радости, но я... Надо было подключить ее к компьютеру перед тем, как летать. Попробовать полетать на джойстике. Ну вот этот, Сайтек, какой-то там контроллер. Прям с тягой. Палка радости, в общем. Кто понимает, о чем я тут понимает. Stupid bitch. Эдемщики. Ну, вроде пока нормально. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Не знаю, что бы мы делали без самолета. Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Окей. Сможет защитить свой дом. Если честно, насчет себя я не уверен. Не знаю, есть ли у тебя страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился. Обнаружено новое место. Место утка. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Разве я не прав? В принципе, ты прав, чувак. Я бы тоже отсюда бежал бы нахрен. Блин, да чего все-таки красиво, ну, вообще. YouTube жалко, блин, качество это все убивает. Я в бешенстве, что должен бросить землю, на которой трудились мои предки. Каждый дюйм дался им потом и кровью, а я возьму и подарю это какому-то придурку с гулькой на башке и его родичам! Чёрта с два! Раи так просто не сдаются! Ну, понятно. Давай, давай, зададим им жару. Ты уже над полем? Вижу силосную башню. Всем святошам, которых увидишь. Увидишь бензовозы с блажью. Взрывай их нахрен. Легко. Чуть замедлимся. Понял. Сделаем. Да ты у нас теперь прямо ас! Почти как Клатч Никсон! О да, крутой был мужик. До сих пор не знаю, кто это. Готово. Понял. Что-то у меня бомб не осталось, да? Да, бомбы у меня не осталось, блин, вот жопа. Ладно, не будем рисковать. Так, это мне куда? Это мне в обратную сторону или? Говорят, садиться сложнее всего, ага. Но я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Да уж как-нибудь сядем, я думаю.
Отлично. Двигайся ко мне, я тебе махну. Угу. Блин, за штуку баксов сам перезаряжай свой самолет, братан. Ты уж меня прости. Еще вертолет мой разбил. Че, я тебе его зря тут оставил, блин? Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные демщики. Сраные демщики, да. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним. Что-то явно сейчас пойдет не так. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот мудаки. Вот ведь уроды, что ж им не имется? Ну да, ну да. Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ну давай, давай. Ким, не выходи, пока я не вернусь! Блин, машину бы с пулеметом сейчас где-нибудь нарыть по-быстрому, но, видимо, не получится. Ты неплохо разогрел пушки, но я раскалю их до бела. Ким дома, позаботься о ней, дружище. Да сейчас разберемся. Вообще говно вопрос. Че, охренел, блин? Ладно. Хорошо. Че, охренел, что ли, ёп? Идете нахер. Все дружно. Шухер! Эдемщики приближаются к ангару. К ангару, понял. Готово. А кого вы, собственно, там стреляете? Можно поинтересоваться, молодые люди? Снимешь? Ну, смотри, я могу и сам как-нибудь. А может и нет. Че там, разберешься со снайперами, не? Ну давай уже. Снимай. Или мне разобраться. Хорош. Хочу бочку взорвать. Вот хочу. Вот так. И эту тоже. Норм. И эту. Хорош. Где засранцы? Да сколько же вас тут есть вообще, а? Это не все. Другие на полосе. На полосе? Понял. Только мне немного передохнуть бы, мужик. Чуть-чуть совсем.
Ох ты ж... Блин, я сброшу на них бомбу. Хорошо. Я думал, это граната. У меня, кстати, есть граната? У меня что-то есть, да? Ловить, хлопцы. Как вам такое? О, другое дело. Лежать. Да твою мать, блин, сколько можно? Ты там собираешься на них бомбы-то скидывать, нет? Бомба! А бы не на меня. Так, хорошо, но немного мимо. Я попал. Кого ты попал? Там не было никого, я всех убил. Ладно, думаю, все кончено. Ну и хорошо. Давай, сажайся. Хорош. Ножик, Ким, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Эх, женщина, не понимаешь ты ничего. Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Пучи Санденс. Ну ладно, вот этого чувака можно призывать себе на помощь. Прошу, позаботься о нем. Хорошо. Приятель. Окей. Так, зашибись. Ведомый, выполнено. Хорошо. У нас почти вот уже. Так, давайте посмотрим. Я думаю, церковь Агнца Божьего будет в следующей серии. И мы уже попадем, собственно, в лагерь, в главный лагерь. Этого засранца вот сюда, врата Иоанна. По-моему, бункер его вот здесь находится. Блин, я совсем забыл про быстрое перемещение. Мог же пользоваться этим дерьмом. Что ж, давайте заканчивать. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться. Серия чуть-чуть короче, чем вроде как обычно. Не особо засекал время. Но хочется в следующей серии зафиналить вот эту часть. Мы, в принципе, близки к этому. Тут еще много чего, в принципе, не открыто. Но мы идем по сюжету для того, чтобы подготовиться к выходу нового Far Cry. В общем, всем пока. И не забывайте гребаный колокол прожимать. Да, это обязательно.